Чтобы вот мне вот, по крайней мере, очень хотелось, я нашел отклик вот в этой шайке. Мне бы хотелось, чтобы все эти песни обрели какие-то новые грани и стали бы интересны людям их поколения. И в этом смысле, мы вообще уже выступаем, я не речу. И в этом смысле тут важно то, что и выбор репертуара, и обработка этого репертуара, она в основном, конечно, на их плечах лежит, а я здесь сбоку перепеху. В некоторых местах мне позволяют подпевать. Поехали. Не сразу все устроилось, Москва не сразу строилась, слезам Москва не верила, а верила любви. Снегами запорошена, листвою заворожена, найдет тепло прохожему, а деревцу земли. Александра, Александра, этот город наш с тобою, стали мы его судьбою, ты вглядись в его лицо, что бы ни было в начале. Утолит он все печали. Вот и стало обручальным нам садовое кольцо. Москву рябины красили, дубы стояли князями, но не они, а ясени без спросу росли. Москва не зря надеется, что вся в листву оденется. Москва найдет для деревца хоть краешек земли. Александра, Александра, что там вьется перед нами? Это ясень с семенами кружит вальс над мостовой. Ясень с видом деревенским приобщился к вальсам венским. Он пробьется, Александра, он надышится Москвой. Москва тревог не прятала, Москва видала всякое, но беды все и горести склонялись перед ней. Любовь Москвы не быстрая, но верная и чистая, поскольку материнская любовь других сильней. Александра, Александра, этот город наш с тобою, стали мы его судьбою. Ты вглядись в его лицо, что бы ни было в начале, утолит он все печали. Вот и стало обручальным нам садовое кольцо. Вот и стало обручальным нам садовое кольцо. Несколько блоков и слушаю разных людей. На этой сцене какая-то потрясающая энергетика. Здесь все забывают текст. Или путают его. Даже тот текст, который забыть уже невозможно, потому что ты его знаешь. Ну знаешь 100%. Ну ты уже 3 раза это пел за последние 3 суток. Ну невозможно его забыть. Ты все равно его немножко забываешь. Энергетика такая добрая. Добрая. Нет, я не говорю, что это плохо. Я говорю, энергетика просто очень мощная. У этого места какая-то, что ты вот... Что-то там поворачивается в голове и вылетает какой-то текст уже... Это так. Я тоже это по себе заметил. Я забыл спеть 2 песни. Просто вообще. Да. И потом забыл, что это одна и та же.
Ян мне ее напомнил, но был уже поздно. Но это будет еще впереди. Ну, все мы исправим, да. Вы знаете, да, в следующей песне, Маш, в следующей песне звать не придется, слава. Вы знаете, меня иногда, мне ж не по себе иногда делается от того, что когда я был моложе, чем они, и знакомился с этим жанром, многие из тех песен, которые сегодня звучат, уже существовали. А вот это так и вообще казалось нам какой-то уже значимой, важной, старой, бывшей до нашего рождения песни. Ада Якушева. Записная книжка. Записную книжку вновь листаю я. Боже мой, да это ж все мои друзья. Сколько верст до нашей встречи, сколько лет. Где ж вас снова черти носят по земле? Друзья, мои друзья, дорогие вы мои друзья. Потерять я книжку эту не боюсь. Адреса друзей я помню наизусть. Слишком много раз судьба сводила нас. Слишком много вместе выпито вина. Друзья, мои друзья, дорогие вы мои друзья. Друзья, мои друзья, дорогие вы мои друзья. Часть имен, наверное, позабуду я, но это будут вовсе не мои друзья. Не беда, на этом ли земля стоит. Будьте вечно молоды, друзья мои. Друзья, мои друзья, дорогие вы мои друзья. 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 У нас коллектив иногда разделяется. Я не буду долго рассказывать, как это все происходило, как мы делились на диван, на кресло, ну, когда репетировали. Вот у нас был диван, который периодически был против всего. Ну, то есть это все долгая история. В общем, у нас образовалось два коллектива, один из которых, вы уже слышали, это было, как кто-то его пафосно назвал, Иващенко и Иващенко. А другой коллектив выбрал себе название. Было, поверьте, много вариантов. Не все из них мы, к сожалению, можем произнести. Вот. Потому что некоторые из них имеют, как это, интернациональный смысл. Вот. Ну, в общем, поскольку вы называете «Второе дыхание», ребята как-то вдруг образовали коллектив под названием «Пол второго». Итак, дуэт. «Пол второго». Коллектив «Пол второго» исполняет... Да, я забыл сказать о пристрастиях и профессиях каждого из нас. Точнее. Да, Леша – музыкант, звукорежиссер. Он, кстати, автор той самой... Ну, как автор... Это авторская работа, звукорежиссерская работа, это авторская работа. Мы записали диск, первый наш диск «Второе дыхание». Первый диск, оно так, он так и назывался «Второе дыхание». Диск был записан, сведен, отпечатан и привезен, и оставлен в той самой гостинице, которая стоит в окне там. Ну да, говорят, что нет. Но... Вы знаете, сюда приехали 10 дисков без обложек. Без ничего, их, по-моему, 10, да, или 12. Но вы вдумайтесь, 4. Их осталось 4. Вы вдумайтесь, 4 диска, 4. Которые абсолютно handmade, потому что на наших глазах из бумажечек вырезались там заяц. Нет, это бумажечек уже нету. Они уже без бумажечек, без ничего. Это уже осталось. Так вот, Алексей, автор этого художественного произведения. Он автор и как звукорежиссер, как хозяин и руководитель студии звукозаписи, в которой он все это делает. А кроме того, он большой поклонник авторской песни, а также панк-рока. Что он сейчас и постарается вам доказать, исполнив вместе с Юрой песню Вадима Егорова «Земляника». В оригинале она называется как? «Лето».
Я же ты произнес одно слово. Юра, ой, Леш, мы дадим тебе возможность. Давай сейчас тебя послушаем. Чурюсь от солнца, под солнце подставив лицо. Сосны колышутся, плещет у ног озерцо. В марине сладком травы полевой. Полок палатки парит над травой, как живой, как живой. Под ковер зеленый земляника, земляника всюду, земляника. И шмели, и шмели, и шмели. Что же это за чудо, что же это? Это чудо, это просто лето у земли, у земли, у земли. Так и летят они лето за летом во след. Улетающих лет. Скоро это, увы, на века. Смоет стремительно под облака. Пока, а пока. Под ковер зеленый земляника, земляника всюду, земляника. И шмели, и шмели, и шмели. Просто часто ее не бывает слышно, и не слышно соло, а оно тут было слышно.